Привет, это Реборн. На одном из моих последних стримов мой подписчик Майкл через донатик, за что ему огромное спасибо, попросил меня посмотреть ролик, который называется «Heavy is Dead», но голосами русского дубляжа TF2. Давайте глянем, есть будет что-то интересненькое, поехали! Да-да-да-да-да-да, отличный день не быть мертвым. Пау, ты мертв, я мертв. Я мертв. Пулеметчик мертв. Да, я мертв. Почему пулеметчик мертв? Я не знаю. Потому что его убили? Я думаю, это был. Ты мертв! Ладно. Ну здорово, дрочеры! Ты не должен разговаривать. Чем вы тут занимаетесь? Ой, что за чертовщина тут произошла? Пулеметчик мертв! Пулеметчик мертв! Пулеметчик мертв! Так, кто-нибудь видел убийцу? Нет, извини, приятель. Я найду его! Я поймаю его! И никто никогда больше не умрет! Превосходно! Серьезно? Ни хрена себе, уже скелет. Вот, замечательно! Добрый! Пулеметчик мертв! Мы знаем. Кто убил его? Мы не знаем. Я найду улики! Что это? Оружие! Эта штука причина, почему пулеметчик мертв! Пулеметчик мертв! Точно! Он сдох! Винтес, сейчас! Нихуя себе, он поцеловал, он выживет. Вот это вот медицина, конечно, тоже такую хочу. Не, не хочу. Медицинским мнением могу сказать, пулеметчик мертв. Тут теперь явно. Что случилось? Мое профессиональное мнение. Пулеметчик был убит. Боже мой. Думаю, об этом не стоит волноваться. Так, теперь... Хату, долбоёбы. Смотрите, этот чёртов пулеметчик мертв. Это мы все знаем, блядь. Что об этом думаете? Эй! Да, да, разведчик, а? Иди домой! Что за фигня? Это просто отстой! Серьезно, мы все в отстой! Хорошо. Блядь, теперь еще и разведчик сдох. Давайте вернемся к сути. Я думаю, пулеметчик мертв. Блядь, ты сам себя тыкаешь. Пулеметчик мертв! Разведчик, я вылечу тебя! И вправду я, кто убил пулеметчика. Это был я. Я сделал это вот так! Блять, сейчас еще раз покажу, да? Блять, можно! Да шутка, мужики! Я жил. Это был ты. Как ты узнал? Я и не знал. Я просто попробовал. Это тоже была шутка. Но ты признался. Это блять, злодейский смех. Да, это был я. Ты монстр. Но почему? Потому что ты толстячок. А еще. Осуждаем, блять, буллинг. Ты уродец. Инженер. А почему у него сигарет в носу? Позови твой морды. Ничего не останется. Ты. Сейчас я тебе покажу, сынок. Шутки хорошо. Инженер. Сейчас пулеметчик, накройся нахуй. Ты мертв. Нет, ты. Бух. Хрена себе, убил пальцами. Ты мертв. Ничего удивительного. Так, это было тупо. Пойду-ка повешусь. Смотри. Осуждаем, блядь. Ой. Я живой. Очень... А все остальные сдохли. Очень хорошо. Да, это тупо. Блядь, ну очень тупо. Но весело, сука, какого хрена. Что за вакханалия происходит, блядь, в анимациях под TF2, блядь, это жесть. Спасибо большое автору, от души поржал. Спасибо большое моему подписчику за просьбу. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики в интересующей ссылочке в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.